Ты же попросила вчера, она пожарила. Я говорю, а сегодня ты... Вот, опять. Ну, давай, 20 пленка табака. 20 пленка табака и делаю рассольник. Очень вкусненький. Такой сейчас это... Пассерую лучок, потом морковку туда. Что сделаю, пассерую? Потом рассольчик соленых огурчиков. Все для любимых людей. Ты лучше расскажи, как бараны сожрали весь твой виноград. Ну, это вообще, уму непостижимо. Короче, заходят ко мне эти, ну, друзья там рабочие. Меня в это время не было. И говорит, Инна! Я говорю, так, если что-то плохое, мне, пожалуйста, не говорить ничего. Да нет, смотри! И показывают видео. По моему участку ходит это огромный баран. Я думала, он горный козел. А это оказался баран. Пускай ходит, так хорошо. Я же ничего особо не знала. Через неделю приезжаю, вместо 4 яблок торчат прутья, как спички. Малины нету, цветов нету, и виноград, который я ростила. Блин, одни вот такие, как нитки торчат. Блин, ну вот я побежала, оказывается, там соседка. Да не может быть, я говорю, вот видео, пожалуйста.